Котик помогает стелить линолеум. Вот, мы о нем вспомнили, он сытый, и он решил нарушить. Я ухожу. Нарушить свое лежание. Ревы не разрастаются, просто со скоростью не успеваю размеры фотографировать. Экспериментально хочу пойти вот на вишенку посмотреть. Она уже скоро будет отцветать. Это мясистая, такая большая, крупная ягода. И поздний сорт. Так, куда я иду? И поздний сорт. А вот этот вот герой программы, изумрудоглазик, телепается ко мне, конечно. У нас же любовь кошачья. На руках его сегодня еще никто не носил. Так, и вот, значит, аишенки. И вот она самая поздняя, когда уже все отплодоносили. Вот такая шикардос. Просто красавица. Уже даже подцветали наши вишенки. О, улегся. Не будем его беспокоить. Пускай отдыхает. Он сытый. Изумрудоглазики. Итак, вот эта красавица вишня. Все вишни практически у нас уже на грани. Отцвели или почти отцвели. А это в самом соку своих цветочков. Красота, аромат. А здесь вот сухая веточка. Веточка-палочка. Но оно как бы не мешает. И на это вот эта одна сухая, мертвая. А здесь телепается. И здесь вот на самом краешке будут телепаться вишни. Ей уже много лет. Сколько точно не скажу, но 10 точно. Может больше, но не меньше. Абрикоски уже отцвели. Вот эта абрикоска. И вот они так хорошо уживаются. Даже чуть-чуть переплетая с ветками. Плодов много и на вишне, и на абрикос. Пчелки. Не могу рассмотреть, кто летает. Жужжит вроде как пчела. И вот здесь будут телепаться вишни темно-бордового цвета. Нет, не увижу. Хотела пчелку поймать. Объектив. Вот такая невеста. Вишня. И вот такой изумруд. Жених. На контроле. На руки хочет. Не получится. Не получится. Не получится. Иди к Боре, иди к Борису. Иди. Давай.